Венгрия выступила против продления ЕС антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Патер Сиярта в интервью российскому каналу. Глава МИД призвал обсуждать последствия санкций, а не их автоматически продлевать. Добавил, что союзником Венгрии в этом вопросе является Италия. Рим хочет обсудить ослабление ограничений против России на саммите ЕС в октябре. В то же время, по словам Сиярта, единство ЕС Будапешт нарушать не намерен.